При виде Гранд-Каньона на северо-западе штата Аризона у многих захватывает дух. Ущелье было сформировано водами реки Колорадо, прорезавшей в плато Кайбаб-канал глубиной 2 километра. Гранд-Каньон – один из глубочайших каньонов в мире и один из самых необычных геологических объектов нашей планеты. Включенный в число 7 природных чудес света, Гранд-Каньон был объявлен национальным парком в 1919 году. Это одна из знаменитейших достопримечательностей Соединенных Штатов Америки. Ни одно описание не может по-настоящему подготовить человека к масштабу и величию этого огромного ущелья, уходящего вдаль, насколько может видеть глаз, грандиозным комплексом каньонов, водопадов, пещер, башен, уступов и оврагов. Кажется, что Гранд-Каньон всегда выглядит по-новому, а солнечные лучи и тени от пробегающих облаков заставляют скалы постоянно менять оттенки цветов в изысканной гамме от черного и пурпурно-коричневого до бледно-розового и голубовато-серого. Находки в пещерах свидетельствуют о том, что первые обитатели появились в Гранд-Каньоне примерно в 2000 году до нашей эры. Менее 10 миллионов лет назад река Колорадо петляла по обширной равнине. Потом движение земной коры заставили этот участок подняться, и река начала врезаться в породу. Мягкие известняки, чей возраст исчислялся 2 миллионами лет, первыми подверглись действию эрозии, а потом пришла очередь более древних сланцев и песчаников, располагавшихся в глубоких пластах. Древнейший слой сформировали насчитывающие 2 биллиона лет граниты и кристаллические сланцы, образующие дно каньона. Основной каньон протянулся на 365 километров в длину и достигает примерно 29 километров в самой широкой части. Его глубина в отдельных местах доходит до 1,6 километра. Не существует ни одного моста через ущелье, и желающий перебраться из Нортримхед Вотерс в расположенный на южном берегу поселок Гранд Каньон, а расстояние между ними по прямой, через каньон, не превышает 19 километров, будет вынужден преодолеть более 322 километра. Здесь можно насладиться невероятной палитрой красок, глядя на алые, золотистые и оранжевые утесы, лиловые пропасти, кристально чистые воды, благодаря чему эти места считаются одним из красивейших уголков Земли. Увидев закат солнца в Гранд-Каньоне, поэт Карл Сэндберг возгласил: «Вот идет Господь с армией знаменосцев». Южный край Гранд-Каньона – самое популярное место, поскольку сюда легко добраться с шоссе, идущего параллельно краю каньона. Здесь расположены несколько смотровых площадок, проложены туристические тропы. Северный край, где высота стен каньона становится намного заметнее, посещаем туристами значительно реже, потому что добраться сюда не так просто. В район Тувип еще можно добраться по нескольким грунтовым дорогам и насладиться потрясающими видами, но в целом район для автомобилей недоступен. Помимо Гранд-Каньона, здесь расположено множество боковых каньонов и ущелий, однако для исследования большинства из них требуется время или сложный сплав по реке Колорадо. После одной единственной поездки сюда начинаешь понимать, почему это место так популярно и почему оно считается уникальным чудом природы. Древние легенды индейцев племени Наваха повествуют об отважном герое по имени Пачкит-Хаяй. Он положил конец великому наводнению, взяв увесистую палицу и расколов твердую землю, чтобы в образовавшуюся трещину могла уйти вся вода. Геологи утверждают, что ущелье формировалось в течение 40-50 миллионов лет, пока воды реки Колорадо упорно углубляли свое русло. 20 марта 2007 года состоялось открытие уникального сооружения – заоблачного моста, первого в мире стеклянного моста, парящего над красотами Гранд-Каньона на высоте 1200 метров. Мост в виде подковы, крайняя точка которого расположена в 20 метрах от края пропасти. Никакие кабели или кронштейны не ограничивают круговой обзор. Прозрачный пол моста позволяет почувствовать себя орлом, парящим над раскаленными просторами прерий. Сам парк устроен очень просто. Вдоль края каньона идет дорога. Периодически встречаются благоустроенные места для осмотра, смотровые площадки, около каждой размеченная парковка и неизменные парковочные места для инвалидов. На этих площадках, как правило, поставлен заборчик ограда, чтобы не свалился кто-нибудь и не подал иск, который разорит всю систему национальных парков США. Некоторые площадки расположены на скалах, которые несколько выдаются в каньон, что позволяет наслаждаться обзором в 270 градусов.
На избранных смотровых площадках пустынный вид и деревня у каньона есть сувенирные магазинчики, в которых можно купить настоящие и качественно сделанные календари, карты и прочие сувенирные безделушки. Персонал дружественный, обязательно подскажет место для лучших фотосъемок заката. По возможности, лучше не приезжать в Гранд Каньон при наплыве посетителей, приходящимся на период с мая по сентябрь. У северного края расположились кемпинги и гостиницы, но это место для здешних завсегдатаев. Новичкам следует останавливаться у южного края. Собираясь остановиться в кемпинге, заранее закажите место, можно снять жилье и в деревне Гранд Каньон Виллидж. В здешних киосках можно получить сведения о маршрутах, как пеших, так и верхом на мулах вниз каньона, либо о сплаве по реке Колорадо. Пеший поход или верхом на муле требует отваги. Сплав по реке дает возможность увидеть каньон под присмотром опытных проводников. На первых порах поможет информационный центр в Гранд Каньон Виллидж. По дороге Рим Драйв в небольших информационных киосках туристы, путешествующие на автобусах или велосипедах, могут получить любопытные сведения о местной геологии, растительности, животных и живших в этих краях людях. Особо привлекает информация об индейцах, чьи жилища в скалах каньона до сих пор видны со стороны северного края. Вверх вдоль края каньона через заросли можжевельника и проложены чудесные туристские тропы. То и дело вы оказываетесь на поляне у края каньона, где вашему взору открываются огромные насыпи или холмы, возвышающиеся подобно египетским пирамидам или ацтекским храмам и носящие такие имена, как Зороастрийский храм или пирамида Хеопса. Встречаются и скальные образования со звучными именами – мыс Скелета и поместье Призрака. Рейсовые автобусы ездят по маршруту вдоль 13-го километра западного края, закрытого для личного транспорта с мая по сентябрь, останавливаясь в местах, откуда открывается чудный вид на каньон – Хопи Пойнт, Мохави Пойнт и Пима Пойнт. Часто проходят и другие автобусы, которые могут взять путников. Пешую прогулку следует предпринять физически хорошо подготовленному человеку, несмотря на малые расстояния, местность здесь пересеченная, а жара большая. Наденьте походную обувь, защитную одежду, широкополую шляпу от солнца, нанесите солнцезащитный крем и захватите питьевую воду. Наиболее легким маршрутом считается тропа Светлого Ангела, начинающаяся с приюта Светлого Ангела. Выступайте на рассвете с тем расчетом, что спуск займет часа 3, а подъем часов 6-7. Тропа, петляя через 2,5 километра, приводит к первому месту отдыха, где установлен телефон экстренной связи, а еще через 2,5 километра – ко второму месту отдыха, так называемой библейской лестнице Иакова, и, уже идя почти прямо, достигает чудного индейского сада у Садового ручья. Здесь, в палаточном лагере возле сторожки смотрителя, можно переночевать при условии, если вы заказали место, о чем надо побеспокоиться по меньшей мере за 6 месяцев до прибытия сюда. Любители пеших походов могут на следующий день продолжить свой путь вдоль Садового ручья в обход Чертова Буравчика вниз по Трубному ручью к месту отдыха речное рядом с рекой Колорадо. В случае предварительного заказа путешественники могут остановиться в помещении барачного типа поместья Призрака. Более трудный маршрут пролегает по крутой тропе Кайбаб, идущей от дороги Яки Пойнт восточнее деревни Гранд Каньон. Пешеходные тропы позволяют уединиться от толчей на дороге Рим Драйв, хотя и здесь всегда можно отойти в сторону метров на 100 и насладиться красотой природного чуда в тишине. Наиболее развитой район в парке – Гранд Каньон Виллидж, который находится в 9,6 километра к северу от входа на южный край. Единственный вход на северный край расположен в 48 километров к югу от озера Джейкоб на шоссе 67. Дорога от северного края до южного края составит 344 километра, если ехать на автомобиле 33,6 километра, если идти пешком через каньон, или 16 километров для летящего кондора. Входной билет в парк действует в течение 7 дней, его можно использовать на том и другом краю. Ночные пешеходные экскурсии и кемпинг в отдаленных районах парка требуют разрешения. Информационный центр по отдаленным районам принимает заявки на выдачу разрешений пешим туристам только на текущий месяц и следующие 4. У вас приличные шансы, если вы обращаетесь заранее, за 4 месяца, весной и осенью, и предлагаете альтернативные пешеходные маршруты. Заявление принимается лично, по электронной почте или факсу.
Если вы приехали без разрешения, отправляйтесь в офис возле Missouri Lodge и впишите свое имя в лист ожидания. Вы можете получить информацию не только в туристических центрах, но и в самом парке на станции наблюдения Ивапай, в туристическом центре Веркэмпс, отеле Yel Tawar, музее Тусаян и информационном центре Desert View. Туристический центр Grand Canyon и магазин Booksmore находятся на территории плазы в 300 ярдах за Metro Point. На информационном табло на плазе отображаются сообщения о программах лесничества, погоде, турах и пешеходных экскурсиях. У информационного стенда дежурит персонал из лесничества, в лекционном зале служители ежедневно проводят лекции. Национальный географический туристический центр расположен в Тусаяне, в 11 километрах к югу от Grand Canyon Village. Заплатите $25 за въезд транспортного средства и сэкономьте время в потенциально долгом ожидании у ворот в парк, особенно летом. Туристический центр Северного края закрыт с середины октября по середину мая. Большинство туристов приезжает к каньону на своих автомобилях или с экскурсией. Найти место на автостоянке в Grand Canyon Village может оказаться сложно. По новой программе «Припаркуйся и езжай» летом посетители могут приобрести билет в парк в Национальном географическом туристическом центре, поставить автомобиль на стоянку в обозначенном месте и сесть в бесплатный автобус, который следует по парку дорогой Tusayan Route до туристического центра Grand Canyon. Пропуск в парк тоже годится для этого варианта. Поездка занимает 20 минут, первый автобус отправляется в Тусаян в 8 утра. Последний автобус из парка отходит в 9 вечера. Бесплатные автобусы идут по парку по трем маршрутам: вокруг Grand Canyon Village, на запад по Hermit's Rest и на восток по дороге Kaibab Trail. Обычно автобусы ходят по крайней мере дважды в час, начиная за час до заката и заканчивая через час после него. В летние месяцы курсирует бесплатный автобус Икерс-экспресс. Он отправляется от отеля Bright Angel Lodge, подбирает туристов у информационного центра Backcountry и туристического центра Grand Canyon и далее идет к началу тропы Южный Кайбаб. Автобус Transcanyon Shuttle отправляется ежедневно от отеля Grand Canyon Lodge на Южный край, что подойдет туристам, путешествующим от одного края каньона до другого. Резервируйте место по крайней мере за одну или две недели заранее. В Гранд Каньоне можно обнаружить следы четырех геологических эр Земли, разнообразие скал и пещер, содержащих богатый геологический, биологический и археологический материал. Гранд Каньон считается одним из лучших примеров эрозии почв. Изначально река Колорадо текла по равнине, но в результате движения земной коры около 65 миллионов лет назад плато Колорадо поднялось. В результате чего изменился угол наклона течения реки, и, как следствие, увеличилась скорость течения и способность разрушать породу, лежащую на ее пути. Сперва река размыла верхние известняки, а после принялась за более глубокие и древние песчаники и сланцы. Так и образовался Гранд Каньон. Произошло это около 5-6 миллионов лет назад. Каньон и сейчас растет из-за продолжающейся эрозии. В наше время на дне ущелья уже выступили самые древние породы, граниты, разрушение которых происходит гораздо медленнее. По ущелью со скоростью 20 км в час мчатся воды Колорадо, катая по дну огромные валуны и гальку и неся с собой столько песка и глины, что река становится абсолютно непрозрачной и приобретает красно-коричневый оттенок. За сутки Колорадо уносит в море примерно 500 000 тонн горных пород. Камни и песок, уносимые рекой, увеличивают разрушающий эффект, производимый Колорадо, и даже крепчайшие граниты ложа каньона протираются этим наждаком, ежегодно на 0.25 миллиметра. Огромное пространство, ущелье не выглядит просто длинным узким провалом в земле. Оно заполнено беспорядочными скоплениями утесов-останцев, имеющих самую причудливую форму. Оползни, водная и ветровая эрозии создали в стенах каньона очертания гигантских пагод, пирамид, башен, крепостных стен, представляющих неповторимое по красоте и величию зрелище. Многие из них имеют собственные названия – храм Вишну, храм Шивы, трон Ватана. Весь разноликий каменный лабиринт, как и исполинские стены каньона, разлинованы чередующимися желтыми, розовыми, красными, коричневыми и бурыми пластами осадочных пород, слагающих плато. Эти едва ли не самые полные в мире геологические обнажения представляют историю Земли за 1,5 миллиарда лет.
Сейчас дно Гранд Каньона опустилось по меньшей мере на 1000 метров в глубину относительно того уровня, на который он был поднят когда-то тектонической активностью. Процесс эрозии продолжается. Когда-нибудь, в очень далеком для нас будущем, Гранд Каньон вообще перестанет существовать. Климат на плоскогорье и внизу каньона резко различается, когда наверху около 15 градусов тепла, на дне ущелья, среди раскаленных камней температура может подняться до 40 градусов. Интересна живая природа каньона. На дне ущелья – типичный ландшафт пустыни юго-запада США с разнообразными кактусами, агавами, юбками. По мере подъема начинают встречаться туи, дубы, осины, ивы, и еще выше простирается зона сосен и можжевельников. Богатая фауна включает около 100 видов птиц и 60 видов млекопитающих, среди которых несколько чрезвычайно редких видов. Июнь – самый сухой месяц в году, июль и август – наиболее влажные. В январе средняя ночная температура опускается до минус 11, а дневная достигает примерно 4 градуса тепла. Летом температура воздуха в каньоне регулярно поднимается выше 38 градусов. Южный край Гранд Каньона доступен для туристов круглый год. Большинство посетителей приезжают между концом мая и началом сентября. Северный край открыт с середины мая до середины октября. В 1540 году отряд испанских солдат, рыскавших в поисках легендарных семи золотых городов Кибалы, вышел на край ущелья. Ошеломленные представшим перед ними зрелищем, испанцы пали на колени и принялись молиться. 3 дня они искали тропинку, чтобы спуститься в ущелье, но так и не нашли. Запасы воды и пищи подошли к концу, и они ни с чем вернулись в Мексику. В 1858 году Джозеф Ив на корабле «Эксплорер» поднялся из Калифорнийского залива вверх по реке Колорадо. Он хотел определить длину судоходной части реки, но вскоре сел на мель. На этом Ивзу пришлось закончить экспедицию и вернуться туда, где он достиг Гранд Каньона. И только в 1869 году майор Джон Уэсли Пауэ стал первым исследователем, прошедшим все русла реки Колорадо. Его экспедиция положила начало научному изучению Гранд Каньона. Следом за Пауэлом здесь побывало немало ученых. Гранд Каньон стал настоящим кладом для геологов, ведь обнаженные рекой слои древнейших отложений можно считать той библиотекой, где хранятся сведения об истории Земли. Самым древним формациям, обнаруженным на этих склонах, исполнилось 1,7 миллиарда лет, более древних пород нет нигде в мире. А река Колорадо продолжает свою кропотливую работу во славу археологии, каждый год обнажая для науки все новые пласты пород.